Эй, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу текстуру пак Террария для Майнкрафта Повесть Эдишн. После установки текстур пака ваша игра превращается в игру Террария. Возможно, многие играли в эту игру, но теперь в эту игру вы сможете играть, не выходя из вашего Майнкрафта. Да, довольно странно звучит, но у вас появляются такие пиксельные текстурки, которые очень классно выглядят и напоминают и вправду нашу любимую игру Террарию. Вот так выглядят слитки. А вот так у нас выглядят блоки, возможно, многие видели эти блоки, и теперь они есть в нашем 3D Майнкрафте, то есть Террария превращается в 3D Террарию. И как-то и правда, друзья, странно звучит, но все же это так. Вот такие оружия, очень классная прорисовка, а также вот такая очень классная броня. Это не только такая броня, там еще очень много разных броней, которые вы можете одеть на себя. И я не знаю, что можно сказать, также очень классные мобы, которые просто классные, и классное солнце. Я не знаю, что сказать. Но, к сожалению, не все мобы доделаны. Например, зомби вообще какой-то баганый. И некоторые мобы просто обычные бомбы из Майнкрафта. Но в скором времени они будут доделаны. Также у нас вот теперь такие слизни. Очень классные и очень хорошо вливаются в наш мир Майнкрафта. Я не знаю теперь, где у них глаза, и теперь, когда они будут нападать на вас, это будет довольно сложно, потому что вы не будете видеть их туда, куда они нападают. Ну и это не суть, это не главная суть, здесь очень много всего, и как видите, по идее, половина блоков уже заменена, а также очень классные маски, но опять же, маска зомби почему-то немного баганая, которая меня немного настораживает, друзья. Вот такая маска, вроде как бы доделанная, но вроде как бы и нет. Но мне очень нравится маска Ктулуфа, которая есть и вправду в игре Террария. И да. Просто очень классный текстурпак. И просто нет слов, друзья. Скачивайте ее, перейдя в описание. Но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.